30 апреля в социальных сетях для совместного просмотра будет представлен проект под названием «Когда джаз звучит в пустом зале», созданный при поддержке фонда Гейдара Алиева в дни пандемии. Проект снят на музыку Раина Султанова с участием заслуженных артистов Азербайджана Исфара Сарабского и Руслана Гусейнова в уникальном концертном зале центра Гейдара Алиева, спроектированного легендарным архитектором современности Захой Хадид. Вместо запланированных ранее концертов музыканты со всех уголков мира представят онлайн-форматы своих выступлений. Это, конечно же, большой день для всех джазовых музыкантов. И, к сожалению, он в этот раз будет проходить немного в другом формате, так как музыканты не могут принять участие на концерте. Но, к счастью, нашли выход с этого, и будет онлайн-трансляция. У наших музыкантов тоже появилась возможность. Вот я буду выступать с Раисом Султановым, с Русланом Гусейновым в этой онлайн-трансляции. Азербайджан отмечен на мировой карте официального сайта Дня джаза – jazzday.com. У нас на сегодняшний день большое количество музыкантов прекрасных, которые имеют хорошую программу, играют концерты. И вот это очень радует. И я надеюсь, что это будет все дальше развиваться и иметь смысл выходить на больше на зарубежные фестивали и концерты. Международный день джаза – ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО, направленное на рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Алагёс Гаджиева, Шимистан Мамедов, CBC.